Мы находимся в Монгле, это Бангладеш. Добрались до мангровых лесов Сундарбан, как-то, не знаю, не могу никак запомнить, как называется. И едем по Гангу на лодке. Я вижу, что там место, где кофе, похоже на кофе. Говорю, давай остановимся, кофе, кофе. Ну, здесь фактически рыбацкая деревня. И когда мы вышли, вот идем, дети тут меня увидели, кричат «Халё, халё!», такие радостные, такие, ну, хорошенькие детки, вообще прекрасные. Вот на сваях дома тут, ну, вообще все как в настоящей такой вот деревне. Газовыми баллонами они пользуются, вот тут газ стоит. Вот, а мы идем кофе. Вот, ну, все, все как бы по-человечески, я не знаю, как бы, чего говорят, что в Бангладеше плохо. Все хорошо, все как обычно, все как в деревне. Ну, может быть, мусора больше, но это потому, что тут, значит, все есть. Потому что, когда мы в Африке были, там мусора вообще не было. Серьезно. Вот мусора нет, ну, нету ничего у людей. Ну, и мусора нет. А тут вот полно мусора, ну, пожалуйста, значит, все есть. Вот уже все тут выстроились, смотрят. Вот, потому что таких заезжих гостей тут не часто, да, увидеть. Вот. Радио какое-то играет. Слышно, да, наверное, в это в микрофон. Ну, видно, что-то объявляют. Вообще тут живут в основном, мне сказали, хинди, да? Хинду. И мусульмане. Но вот в этом именно месте больше хинду. Поэтому женщины тут не, это, не закутаны так, а вот с открытыми головами и так, ну... Тут довольно демократично, я бы сказала. Вот так. Ну что, всем привет из Бангладеша.